На площадке перед стадионом и собором Александра Невского скоро развернется битва. Реконструкторы приехали сюда, чтобы повторить сражение князя Александра Невского против крестоносцев. Здесь будет 50 человек, которые покажут, реконструируют битву, одну из битв Александра Невского. Она будет скомбинирована, как историческая справка обо всех его победах. Реконструкторов из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса объединяет любовь к истории. Они сами шьют себе одежду, обращаются к кузнецам, чтобы выковать себе кольчугу и оружие. Постоянно тренируются. Кому что нравится, кому-то нравятся рыцари, кто-то любит доспехи, кто-то любит, наоборот, русскую одежду. Соответственно, клубы возникают по интересам. Мы занимаемся там 3 раза в неделю, собираемся по несколько часов. У нас есть ангары, там места площадки, где мы проводим. Да, тренируемся, отрабатываем удары. Мы полностью реконструируем, то есть читаем какие-то там старые книги, записи, как-то разбираемся в этом все. Ну, изучаем историю. И вот долгожданный момент битвы. Крестоносцы наступают, русские принимают удар. Несколько минут ожесточенной схватки, и вот враг уже повержен. Очень понравилось. Все очень было сделано красиво. Представление такое, актеры. Было как бы приятно посмотреть, вспомнить нашу историю. Праздник у стадиона устроила мотоклуб «Ночные волки» в честь 800-летия города и святого благоверного князя Александра Невского. Юрий Чухин, Любовь Шапко, Ренат Бикбаев. Время новостей.